Мы сегодня собрались в нашем офисе Федерации поприветствовать наших девушек с таким замечательным выступлением на чемпионате мира, который проходил в Швеции, в Хальмстаде, город Хальмстад. Наши девочки заняли 5-е место. Это очень высокий результат, учитывая то, что только 7 азиатских команд претендовало на медали, не считая европейских и других континентов. То есть они молодцы и замечательную подготовку провели, замечательный результат показали. Я поздравляю, хочу сказать девочкам и всем болельщикам большое спасибо за прекрасную игру, за прекрасный результат, за коллектив в команде, за дух. Ну и хочу пожелать на следующий год, когда-то мы попали в 9-12 и тоже так под сомнением. Ну, второй раз нам тоже получилось 2 раза попасть в 9-12. Сейчас попали в 8-ку. Будем ставить цели такие же высокие. Ну, я думаю, что девочки изначально ставили себе задачу попасть в 12. Вот. А тренера поставили нам задачу попасть в 8. Вот. Но зная, насколько сильный состав команд играют, как бы мы понимали, что это будет нелегко. Вот. И, но все равно верили в победу. И игра с Сингапуром показали хорошую игру. Я думаю, что с каждой победой мы становились более увереннее, вот, и наша игра становилась все лучше и лучше, и поэтому я думаю, что уже за выход 8 Сингапура мы были на пике и смогли победить такую сильную команду. Мы не рассчитывали на такой результат, рассчитывали наши тренера, которые нам ставили задачу, вот, но по ходу уже событий на месте мы понимали, что в принципе нам повезло с жеребьевкой, и команда Сингапура, в принципе, можно играть, можно обыгрывать. Поэтому уже, когда мы играли за выход 8, мы понимали, что у нас есть большой шанс занять 5-е место. Ну, то есть у нас был первый матч с Японией, немножечко было сложно после такого начала, потому что как-то мы совсем... Я играла в первом матче против Японии, да, это была моя первая встреча, и было тяжело, потому что она прошла крайне... Ну, у меня был очень сильный соперник, мне было очень тяжело вообще понять, в какой я форме. Но потом победа придавала мне уверенность, и как раз на эти максимально ключевые матчи, ну, то есть удалось... показать очень хороший теннис и получить эту заветную победу. Мы их поздравляем, желаем им спортивного долголетия, успехов, не останавливаться на достигнутом, потому что мы знаем наш потенциал, знаем наши силы, и если бы не Япония, то, может быть, кто знает, что бы было. Да? Мы все-таки нацелены